Следующая остановка Динамовская улица. Уважаемые пассажиры, Мосгортранс приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессиям водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Предоставляется социальный пакет, льготный проезд на городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. Пожалуйста, приложите ваш билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Ваш билет – это подтверждение, что поездка застрахована. Ну, которые иногда проверяют. А там написано, когда списано.
Победа, детский театр. Москва, мой город для жизни. Комфорт, безопасность и бесконечные возможности для каждого москвича. Все это реальные дела депутатов Московской городской думы. Голосуй за будущее столицы. Я выбираю 8 сентября. Части дороги. Следующая остановка – Абельмановская застава. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку с зеленой подсветкой. Thank you.
Большая Калитниковская улица. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Вас бережно относиться к подвижному составу. В вагоне ведется видеонаблюдение. В случае совершения актов вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Да, всегда, обед, да.
Октябрьское трамвайное депо. Следующая остановка – Новогодная площадь. Конечная. Остановка – Новогодная площадь.